Дорожные знаки не помогли. Инвалиды Калининского будут бороться за свои парковочные места совместно с администрацией района и ГИБДД. Только встал, я же выхожу прямо сейчас. Вы же остановились? Вы же должны, припарковались. Вы же должны превентивные меры предпринимать. Скажите мне, что я нарушил, и я отъеду. Давайте ваши документы. Понятно. Я другую машину сейчас поднесу, позовусь. Значит, вы еще приехали на автомобиль без документов? С такими бизнесменами колясочники борются уже на протяжении 12 лет. Общество инвалидов соседствует с многочисленными офисами. Месяц назад здесь установили знак, но должного эффекта он не произвел. Опорники лезут в окно. Люди на четырех машинах приезжают, опорники, и приходится залезать в окно, потому что нет парковочных мест. По правилам, автомобиль, перевозящий инвалидов, может лишь остановиться здесь для высадки пассажиров, а затем отъехать. Минимальный размер штрафа за парковку на местах для инвалидов – 5000 рублей. Те, кто имеет право поставить своего железного коня в этой зоне, обязаны разместить на машине специальный опознавательный знак.